Окей. Ну так, еще раз представляю сегодня Алтая и Жениса по поводу компании Магнит. Как правильно? Money Magnit. Money Magnit, да, денежный магнит. Да, и да. Тема будет очень интересная, касается каждого, кто хочет развивать сегодня бизнес через интернет, потому что я считаю, что развивать интернет-бизнес без инструментов практически сегодня невозможно. Поэтому у нас, думаю, будет очень интересная встреча. И хотим узнать побольше и послушать вас как профессионалов в этом плане. Спасибо. Окей. Смотрите, тогда мы с Алтаем сегодня созванивались. Мы решили в таком формате провести, поменять. Обычно Алтай начинает, потом как бы я дополняю. Но в этом вашем случае мы решили сегодня, вот именно с вас мы решили начать по-другому. То есть я сейчас коротко. Когда, можно выключить микрофон, да, девочки? Кому микрофоны открыты, пожалуйста, вот следите. Все, пожалуйста, да. Чтобы не мешали. Смотрите, добрый вечер всем, дорогие партнеры, друзья. Валда, ну, мы вас тоже знаем. Как бы этот, я же говорил, заходил на вашу презентацию, зашел, вышел, но интересно, язык не понимаю. Мы вчера с вами хорошо проговорили. Почему мы с Алтаем приняли решение здесь, вот, Money Magnit? Потому что здесь мы ни от кого ничего не ждем. Вот по факту, да, что что-то запустится, что-то будет начисляться. Здесь сейчас Алтай вот эту техническую часть, он вам покажет, прямо, ну, расскажет. Я вам хочу как сетевикам, Валда, чтобы вы понимали четко. Сразу похвастаюсь результатом. Вот с 5 января по сегодняшний день около 6. Так. Да. Выключите, пожалуйста, микрофон. Очень прошу. Могу продолжать? Да, конечно. Да. Смотрите, с 5 января по сегодняшнее число однажды, значит, вложив $215, заработал около $6000. Понимаете? Я ни от кого не жду, что сегодня мне подарки кто-то подарит или еще что-то. Здесь прямо классическая сетевая компания с реферальными выплатами для лидеров. Если бы вот мы все прошли Gift of Legacy, мы прошли Ubuntu, да, если бы нам там платили бы реферальные как лидерам, ребята, мы бы никуда не пошли бы, ни в живую очередь, ни в мертвую очередь, мы бы там продолжали качать. Вы знаете, мы с Алтаем на платиновой доске в Ubuntu, нам только осталось теперь собрать подарки по $40,000, но мы с ним приняли вдвоем, поговорили, решение приняли остановиться, людей туда уже не заводить. Чтобы мы получили с ним по $40,000, должно было зайти еще несколько сотен человек по $100. Хорошо, окей, мы возьмем, а люди потом останутся. Мы видим, что пошел хаос. И я говорю, Алтай, ты технически грамотный, давай что-то искать. И он нашел инструмент, говорит, смотри, говорит, там, говорит, реферальные. Мы с ним уже понимаем. Лидеры, если не накормлены, лидеры, если не получают, они начинают уходить, начинают искать, где лучше. Это правильный, естественный процесс. И вот он нашел, он познакомил меня с Андреем. Хотя я Андрея, в принципе, знал, но Алтай говорит, давай, говорит, послушай, что он расскажет. Твое мнение мне важно. Мы с ним коллегиально всегда принимаем решение. Я послушал Андрея, потом Алтай мне говорит, там, что, говорит, скажешь, обратную связь, да, я говорю, здесь много денег, да. Потом я говорю, по автоматизации, я говорю, я не силен, я как вы, Валда, вот, в автоматизации, я классический сетевик такой, да, вот, традиционный, я привык к теплые контакты, теплый рынок и так далее. Теперь, я говорю, Алтай, ты за инструмент отвечаешь? Он говорит, за инструмент я отвечаю, потому что он работает, только Алтай работает с Телеграмом. Он говорит, инструмент, говорит, крутой на самом деле, говорит, он гениальный, говорит, потому что, говорит, Андрей, говорит, он сам автоматизатор, говорит, то есть он автор нескольких вот таких, ну, вещей, и он мне когда сказал, говорит, Женя, я уже устал, говорит, работать на кого-то, он тоже, говорит, был Gift of Legacy, качал, он был Ubuntu, зашел, но когда он увидел, что там понаставлено очень много мультиаккаунтов вышестоящими, он, говорит, я перестал качать, ну, это его слова,
Я, говорит, я решил не качать. И он начал создавать свой проект, свою компанию. Вчера мы с ним проводили вместе, вот Алтай, Андрей втроем проводили встречу. И я понял, ребята, я понял, что это надолго история. Вот с учетом моего возраста, ну вот это, мне вот так вот, знаете, я больше ничего искать не буду. Потому что теперь я как сетевик вам, сетевикам скажу. Если убрать в сторону автоматизацию, убрать в сторону реферальные, да, если человек будет там с такой средней скоростью двигаться, ну, пригласит там всего там 2-3 человека, я сейчас вот без реферальной говорю, он начнет двигаться, он в течение года заберет 150 тысяч долларов. Ну, по факту, если по месяцам разделить, свыше 10 тысяч долларов. Но если он будет работать в Алте так, как вы умеете работать, да, я остальных девочек просто не знаю, вот как вы работали, вы постоянно Zoom, презентации, я всегда за вами тоже наблюдал, я за всеми наблюдал, спикерами, которые выступают, потому что я знаю, аналогично эти спикеры наблюдали и за нами, с Алтаем, и это нормально, потому что мы все хотим друг у друга что-то взять. Вы понимаете, если в таком ключе работать, то вот эти ваши 150 тысяч, Валда, которые я сейчас вам говорю, они у вас будут их сути на 7 на 10. Это вот прямо, если вот прямо сильно прямо отжиматься, да, у нас у казахов есть пословица, проси верблюда, получишь барана, понимаете? То есть, ну, 500 тысяч долларов вы сделаете легко. За счет чего? Здесь... При маленьком количестве людей, при маленькой команде, мы сегодня хотим с вами это в прямом эфире сделать, в интерактиве. Мы сегодня хотим вас вывести на золото, вот прямо сразу. Когда вы выходите на квалификацию золота, в деньгах вы зарабатываете плюс-минус 1000 долларов, то есть 900-1200 долларов. Ваш заработок, когда вы выходите на квалификацию золота. Тем более сейчас идет промоушен. С 21 января по 20 февраля, кто выполняет квалификацию золота, компания еще вам на кошелек закидывает 100 долларов. Если вы выполняете квалификацию платина, компания вам закидывает кошелек еще 300 долларов бонусом. Теперь, чтобы вы понимали, эта компания запустилась в ноябре месяце прошлого года. Мы зашли с командой в январе месяце, 5 января, на всю компанию 5 квалифицированных золота. Это моя команда. Те, которые зашли раньше нас, в прошлом году, там нет еще ни одного квалификации золота. Вот я хочу похвастаться. Причем первое золото в моей команде выполнил не я, а выполнила Ангелина Филатова. Тоже с Ubuntu. Знаете, она была на золотой доске. Она у меня, причем не личница, она второй уровень, глубина. То есть мой первый личник Гребенцова Елена. Она личник у Елены, вот Ангелина Филатова, она закрыла статус квалификацию золота, собрала 1400 долларов, и после нее через 8-10 часов я стал золотом, я второй в этой компании стал золотом. И после меня через 2 часа уже личник Ангелины стал золотом, с Калмыкии, с Элисты, с командой 15 человек. Понимаете, что происходит? И заработала вот эта женщина из Элисты, из Калмыкии, 1136 долларов. То есть она зашла на 215, и моментально она сделала вот этот результат. То есть у нас стратегия такая, мы людям говорим, заходи, здесь как бы тренар, здесь есть бинар, здесь есть линейка, тут гибрид. Вот вы, Валда, сейчас ставите по своей реферальной ссылочке 3 человека, и помогайте этим троим. Вот здесь у нас сегодня в комнате присутствует вот сейчас 17 человек. Ну, мы с Алтаем минус 15. Вот вы с этим количеством людей вот здесь и сейчас сегодня можете закрыть квалификацию золота, и 3 ваши человека выполняют квалификацию серебро. Вот сразу. То есть смотрите, что происходит. 3 первый уровень, на втором уровне по 3 – 9, и на третьем уровне этим 9-рым помогаете по 3 выстроить. То есть сразу. Мы эту стратегию не знали. В процессе разобрались. У вас на 4 уровне 27 человек. Итого в команде у вас суммарно 39 человек. И вы уже в статусе платина. Квалификация платина. Не путайте с досками. А квалификация платина. Платина вам уже дает все. Первый пассивный доход. Вы выходите на пассивный доход. То есть вы зарабатываете уже с ваших
личников с их выплат, 40% с их реферальных, и на всю глубину без ограничения вы зарабатываете разницу, потому что в статусе квалификации серебро и золото вы выходите на 25% от ваших личников, и вы получаете на квалификации платина 40% минус 25%, 15% на всю глубину вы с командой ваших личников зарабатываете. И тут у вас ежедневный доход, он будет где-то ориентировочно $50-$150. Мы вам показываем самый минимум, чтобы вас не шокировать. Будет больше, это будет вам приятный такой сюрприз. Сегодня я не на квалификации платина, я сегодня золото. Но два золота у меня есть. Третье золото, Валда, сегодня станете вы, либо станет у меня Иннель Мирославская, либо станет Зоя Упилкова, вы ее знаете, она мой личник с Украины. Неважно, кто станет, да, либо там станет Бахыткуль с Казахстана. Любой один из вас станет золотом, я все, платина. Все, вы понимаете, я выхожу, уже выхожу на пассивный доход. И на сегодняшний день я пока являюсь как бы золотом. Алтай, это у нас математик, он сразу считает хорошо. Мой ежедневный чек, ну такой, $200-$250 в день. Ежедневно, $200-$250. Но я сейчас эту статистику нагоню. Если я был бы в статусе квалификации платина, то я, несомненно, уже плюс $3000 у меня было бы. То есть по $10000 у меня было бы за 3 недели. Ребята, здесь есть деньги, здесь все честно. И здесь автоматом сразу деньги отображаются у вас в кошельке. Вывод, пожалуйста, вы ставите на вывод. Есть внутренние деньги. Вот у меня, если вы сейчас будете заводить людей, не если, вы должны сейчас заводить людей, вы ищете, мы вам говорим, мы уже посмотрели, проверили, таблички мы поставили, мин нет, здесь смело. Потому что ребята столько денег вложили, они знают, за основу взяли они нашу подарочные доски, который был трендом прошлого года. То есть это понравилось, это не матрица, это наши те старые добрые доски, но здесь знаете, что сделано? Мы не ждем, когда закроется доска. Неважно, вот Валда, вы зашли участникам, поставили там 2-3 человека своих, и у вас пошел свой бинар. То есть первый, второй, третий, сейчас Алтай это вам покажет, и вы уходите. И здесь получается принцип матрешки, в одной доске несколько досок. Вам не важно, кто там стоит у вас в центре получателя. Вы можете через 3 человека, не можете, а вы становитесь через 3 человека, вы уже собираете деньги. Даже эта доска не закрылась. И ваши люди не уходят на ту сторону, как это было в Ubuntu. Они идут строго за вами. У вас своя доска. Каждый, кто заходит, он видит своими глазами эту доску. Он уже не видит эту легенду. Он не видит этих гидов слева, справа. Ему неинтересно. Он как зашел, он только видит себя. Здесь по подаркам круто сделано. То есть деньги. 70% идут как бонус. Здесь называется бонусы, не подарки. Никто никому не звонит. Хочу подарить тем подарок и так далее. Этой истории нету. Он просто заходит и моментально здесь бот оповещает, сколько. Сегодня они еще дополнили инструмент. Вы четко видите, за что деньги вам пришли, от кого, за сколько, за реферальные, бонусные. До центов там все. Бот вас оповещает. Вообще крутяк. Плюс первое, у нас здесь доски же, 7 досок, 15, 50, вы проходили, знаете, 150, вот, всего их 7 досок, потом идет 500, 1500, 4,5 и $15000. И вот 70% из этих денег идут на бонусы, на подарки, 20% идут реферальные выплаты и 10% идет лидерский бонус. Вот. Вот это сейчас, вот на этом моменте я хочу плавненько так передать слово Алтаю. Сейчас он вам с демонстрации экрана все четко покажет. Я вот просто хотел вам показать, что именно основа – это подарочная деятельность. Усилили бинаром, усилили реферальной линеечкой, то есть гибридный маркетинг-план. 3 вида выплат есть – подарки, реферальные и лидерский бонус. Денег очень много, девочки, на самом деле. Команда небольшая. Вот. Поэтому, Алтай, Прими, пожалуйста, это эстафету. Покажи теперь с демонстрацией экрана. Валда, добрый день. Валда, и очень рад, что вот буквально вчера хорошая новость пришла. Я вас знаю с Gift Legacy, я вас знаю с Ubuntu, и знаю, что ваша ветка немецкая, прибалтийская.
Она активно развивается. Рад видеть вашу команду. Рад с ней познакомиться лично уже. Рад Славе в первую очередь познакомиться. Поэтому, конечно же, сегодня уже, прежде чем мы с вами проговорили, встретились, с Женисами связались. Говорит, вот такие хорошие новости. Сейчас Валда заходит с команды. Есть у нее опыт и в подарочной платформе, потом еще до этого был DreamMax проект, там боты не сработали, автоматизация не сработала. Я говорю, да, многие компании грешат тем, что под разным соусом на разные морковки приглашают, говорят автоматизация, система, на самом деле этого нету. А зато эта система есть у нас в денежном магните, и сейчас между делом я вам все это покажу, как это работает, и лично мое мнение, но учитывая то, что я админ этого проекта, мы все собрали самое лучшее, потому что понимали, что происходит на рынке. И если бы мы вышли с тем же самым продуктом, унылым, серым, конечно же, аудитории не было бы, и проект так быстро не развивался бы. По факту мы еще находимся на предстарте. По факту компания еще не стартанула. Даже вот наша команда 5 января стартанула. 3 недели мы в проекте. Чек Женисов вы уже видите. То есть, в принципе, только-только начинаем разгоняться, и уже очень крутые результаты даже на небольших рангах. И я к тому, что на сегодняшний день, вот по данному проекту, Женя правильно говорит, мы в этом году увидим, что этот проект выстрелит в интернете, потому что никто не дает крутой продукт, никто не дает реально рабочую автоматизацию среди интернет платформ тех людей, которые пришли в интернет зарабатывать. Мы не говорим про офлайн историю, список звонок встреча, это тоже работает, но люди, которые пришли для заработка в интернет, им обязательно нужны инструменты. Эти инструменты у нас есть, и эта линейка инструментов, она будет расширяться. И я лично считаю, что данный проект, вот, учитывая то, что насколько мы как админы сосредоточены, сколько денег мы уже сюда вкачали, сколько сервисов мы будем подключать, то есть вот именно из вашей команды будут ребята, у которых будут чеки выше 100 тысяч долларов. Потому что есть все преимущества, это хороший инструмент, у вас постоянно будет трафик, а если у вас есть трафик, у вас будут деньги всегда, у вас будут партнеры, плюс хороший маркетинг. Этот маркетинг мы писали именно для себя. И давайте я быстренько сейчас пробегусь по самой презентации, чтобы у вас было понимание, где мы. И так, сейчас, секундочку, давайте. Так, пока. Видно ли меня, ребята? Так. Да, видно. Видно ли мои слайды? Видно слайды тоже, да. Так, давайте я, наверное, уменьшу тогда вот так вот сделаю, чтобы видно было полностью. Так, друзья, ну давайте вот я, насколько понял, только сейчас Валда, вы активировались, да? Команда еще вообще не знает про этот проект. А нет, информации нету. Наш акцент был действительно в основном на инструменты, да. То есть денежную часть, я думаю, вообще никто еще не знает. И хотелось бы узнать поглубже тоже, как работает сам инструмент, как мы можем его предпринимать. Потому что, ну, сами знаете, теплые контакты есть теплые, да, но у нас тоже нужно расширяться, да, потому что многие... Команда сейчас стала меньше, если вот Gift of Legacy было где-то человек 600 у нас, потом Ubuntu стало где-то наполовину, ну вот сейчас то, что мы зашли в Gift Pool, и неожиданно вот это все как бы немножко повлияло тоже на Ubuntu деятельность, и хочется вот это все равно, чтобы людям дать возможности, дать деньги, чтобы они их почувствовали, и чтобы увидели, как развивать свой бизнес, и как пользоваться вот именно этим инструментом, который нам сейчас дает Telegram, потому что мы в этом плане в основном все новички, да, так что спасибо, что подключились, и будем вас внимательно слушать. Валда, благодарю. Да, здорово, здорово. Я очень рад, что ваша команда очень активна. Даже несмотря на такой хороший возраст, да, все равно вы открыты, вы горите желанием обучаться, и это хорошо. Я считаю, что обучаться нужно в любом возрасте. И очень рад, что у вас такая активная команда. И как раз наш продукт, в первую очередь, мы, когда создавали компанию, то есть во главе компании стоит Андрей Прохоров, сетевик, с 9-го года в компании MWay начинал, с 18-го года профессиональный матричник, создавал в структуре больше 100 тысяч партнеров. Андрей Прохоров с Москвы, а затем есть ребята рядом с ним, Максим Сабуров, это профессиональный
архитектор строит города, коттеджи, государственные здания, но он профессионально занимается еще сетевым маркетингом, и он очень хороший автоматизатор. Я его знаю с 2019 года, и, в принципе, вот эта связка мне всегда нравилась, потому что я тоже искал решение, какой инструмент дать командам, людям, новичкам, чтобы они, придя в интернет, без списка, без звонков, смогли спокойно настроить небольшие воронки, включив автоматизацию, используя современные технологии, инструменты, могли получать трафик, получать партнеров. Я в 2019 году пришел в интернет, и я в первом своем проекте сделал структуру там больше 4500 человек только через Telegram. У меня не было в списке моих друзей, знакомых, родных, близких, мне было стыдно, потому что я бизнесмен с 20-летним опытом, и я не хотел, да, звонить им, потому что все состоятельные люди, а тут там проект был, надо было заводить там на небольшие суммы. Думаю, да, я попробую через именно, мечта была все-таки автоматизация, мечта была именно через воронки, через интернет, через трафик. И неудачно настроил рекламу в Фейсбуке, мой аккаунт Фейсбук забанил. Я начал искать решение, и в 2019 году я вышел на технологию, которая позволяет именно с Телеграма добывать партнеров. Это Телеграм на сегодняшний день, вы видите, после того, что произошло сейчас в сфере последних событий, ВК, там, ТикТок, Инстаграм, они же не работают в определенных странах. И поэтому очень огромное количество людей хлынуло в Телеграм. И Телеграм на сегодняшний день самая крутая площадка для заработка денег. Круче ее ничего нету. И самый простой рекрутинг происходит именно в Телеграм. Потому что Телеграм у всех в телефоне. И здесь плотность контакта, да, с аудиторией, она очень хорошая. Можно позвонить, можно смс отправить, можно голосовые. И лучше Телеграма ничего нету. И, в принципе, с 2019 года, вот по сегодняшний день, строю сети только через Телеграм. Несколько мастер-классов проводил. Одну из записей вы, видать, смотрели. Я как раз показывал возможности Телеграма. И в рамках нашей компании, когда мы создавали компанию, была идея не просто сделать матрицу, не просто маркетинг, который распределяет деньги, а в основе, чтобы был продукт. И у нашей компании Money Magnet есть продукт, VIP-продукт, хороший продукт. За $15 партнеры получают готовую систему автоматическую по привлечению клиентов. То есть трафик – это нефть 2023 года. Те, кто умеет работать с трафиком, они всегда будут при деньгах. И именно правильно собранный инструмент, правильно настроенный инструмент всегда вам будет давать партнеров. И мы эту концепцию, эту идею реализовали именно в модели денежный магнит. За $15 в лайтовой версии партнер получает очень крутой инструмент, самый крутой инструмент на рынке на сегодняшний день. Скажу это просто, вот даже горжусь этим, потому что ну, аналоги есть, но инфобизнесмены, вот эти вещи, которые мы даем за $15, они продают от $100 и выше, 200, 300, $500. Вот эти вещи мы уже даже в лайтовой версии, в базовой за $15 уже партнерам даем. То есть партнер получает, по факту мы говорим о том, что партнер, даже заходя на $15, получает бизнес под ключ, хороший, качественный IT-продукт, и этот продукт позволяет этот бизнес внутри Телеграма раскачивать, сразу же получая партнеров. Партнеры – это новые деньги. И по факту любой новичок эту систему может настроить за полчаса. Достаточно телефона. И просто после того, как будут сделаны правильные действия, через несколько дней, неделя, максимум две недели, партнер начинает получать свой бизнес уже заинтересованных партнеров, которые пишут: «Валда, добрый день, да, хотим вот… интересуемся вашим продуктом, интересуемся вашим проектом». То есть вы будете работать на входящем трафике. То есть возражений уже не будет. Это будут заинтересованные люди. И здесь важно грамотно работать. То есть никто не отменяет плотного общения человеческого, профессионального. Да? То есть правильно обрабатывать этот входящий поток и спокойненько строить свою первую линию. То есть вот этот инструмент за $15 у вас будет у каждого. И самое интересное, что у нас есть система закрытых чатов, открытых чатов, профессиональное обучение, технические школы по 2-3 раза в неделю. То есть вы рано или поздно, несмотря, у нас в команде есть ребята, даже есть бабушка, ей 75 лет, она даже настроила свою воронку. И потихоньку, да, это, ну, как бы через эту вороночку, через эту готовую систему спокойненько работает, получает партнеров. То есть, ребята, я к тому, что у каждого из вас это получится. Да. Но бизнес-модель под ключ,
автоматизация, все это классно, но где деньги? А деньги именно в дубликации. То есть вот эта система, она абсолютно легко дублицируется на второй уровень, на третий, на десятый, на двадцатый. То есть можно очень быстро, легко дублицировать, а где есть дубликация, там большие деньги. И по факту мы говорим о том, что компания представляет рынку самая большая боль любого сетевика, как приглашать, где брать людей в бизнес, в инвестиции, в товарные компании, в продуктовые компании, в матрицы, в бинары, в сложные гибридные маркетинги, неважно, везде нужны люди. И наша технология, супертехнология, она простая, но она рабочая, она проверена уже годами, она работает четко. И, в принципе, вы эту технологию уже получаете за $15. Те люди, которые захотят расширить свой горизонт, стать профессионалами по телеграм-продвижению, научиться круто создавать каналы, группы, дизайн, копирайтинг, хотят получать очень много трафика в свои проекты, хотят зарабатывать на телеграм-обучении, например, да, обучать инвайтингу, обучать рассылкам и всему, вы можете взять пакет за $215. То есть $15, $50 и $150, три доски активируете, вы получаете фулловую версию обучения. То есть само обучение стоит $500, и плюс вы получаете доступ к сервисам и софтам стоимостью там, ну, $1500. Вот, ну, условно говоря, есть сервис, буквально на секунду, самый лучший сервис на рынке TagJunk, он стоит 120 тысяч рублей, порядка 1700 долларов. Ну, нам полная версия не нужна, за 100 тысяч рублей есть сервис, который делает невероятные вещи, это самый уникальный сервис на рынке. И мы тем ребятам, которые зашли на $215, мы показываем полностью, да, вот как на этом софте работать. То есть это и регистрация аккаунтов, это и инвайтинг, это рассылки, многотысячные рассылки. Это много-много-много всего. Самый крутой софт на рынке – это вот этот. Мы открываем доступ к нему на отдельном сервисе, вы на нем обучаетесь, по факту получаете профессию, которая вас будет кормить всю оставшуюся жизнь, пока будет работать Telegram. И эта сумма там от $1000 и выше. Сам софт $1500 стоит. Обучение на этом софте стоит от $500 и выше. То есть на $2000 вы получаете ценности, активировав пакет за $215. И в первую очередь наша система, она заточена, так как мы являемся сами сетевиками, эта система заточена именно под сетевиков. И мы как раз вот даем этот инструмент для того, чтобы наши ребята, наши коллеги по цеху могли спокойно, быстро, взяв этот инструмент, легко строить бизнес. И, конечно же, какой же продукт, да, без хорошего маркетинга. И вот для того, чтобы продвигать эту платформу, мы придумали вместе с админами проекта хороший, классный, мощный маркетинг. Этот маркетинг мы не стали изобретать велосипед, взяли за основу самые лучшие. Маркетинг 2022 года – это маркетинг, алгоритм подарочного движения. Gift Legacy, потом был Ubuntu, потом еще другие были форки, копии. Но мы все самое лучшее взяли, я сейчас чуть позже расскажу. Маркетинг 100% в сеть. То есть, ну, математику не буду пока подробно говорить, дубликацию, это чуть попозже. То есть, ребят, смотрите, то есть мы плавно сейчас переходим уже к презентации нашего проекта Money Magnet, денежный магнит. Цель, чтобы вы, каждый из вас, стали денежным магнитом, чтобы вы всегда были при деньгах. Каждый день, чтобы вы были при деньгах. Доллар, два, десять, $50 в день – это реально. Именно с нашим инструментом, с нашим маркетингом, с нашей командой, с нашим обучением. И, конечно же, в первую очередь в основе нашей компании это уникальная инновационная технология, которая работает и на земле, и в онлайне, и позволяет строить большие структуры. И в основе лежит не только хороший продукт, но и супермощный маркетинг, который, в принципе, на сегодняшний день не имеет аналогов, если мы возьмем наших коллег по цеху. И вся эта модель выстроена таким образом, чтобы вы получили эту модель в виде бизнеса под ключ. То есть сразу, это как франшиза, это как мини-франшиза. За $215 вы получаете большой, многомиллионный международный бизнес. И спокойненько развиваетесь. Мощное обучение, плотная, хорошая позитивная обстановка и хорошие инструменты. И вы обречены на то, чтобы у вас был результат. Многое будет зависеть именно от вас, от вашей включенности, от вашего терпения, от того желания, насколько вы хотите
реализоваться. Мы со своей стороны дадим вам максимум. Сразу же, вот как я говорил, ребята, просьба контролировать микрофоны. Сразу же, как только вы включаетесь, вы сразу же получаете готовую уже воронку, которую, кстати, сегодня вот на технической школе Максим Сабуров сказал, если у вас не получается, если вы боитесь технических моментов, у нас сейчас со следующей недели включается функция, вы просто фрилансерам платите деньги, и мы автоматически вам выстраиваем всю воронку. Просто ваше желание, да, любой каприз за ваши деньги, мы сразу же готовим под вас индивидуально вашу воронку. Если вы сами даже не хотите там даже полчаса времени уделить, разобраться, мы это готовы, вернее, наши фрилансеры готовы это сделать для вас. Все ради вас. И следующий момент, то есть по факту, поняв, как работает этот инструмент, вы станете теми ребятами, которые смогут добывать трафик из Телеграма, из соцсетей. То есть это очень важный навык, и если этот навык у вас есть, вы всегда без куска хлеба не останетесь, вы всегда сможете прокормить свою семью. И я лично, вот используя вот эту технологию, сейчас хочу тоже сделать очень несколько крутых продуктов, да, и просто со временем их просто продать. Потому что я понимаю, насколько это крутая технология у нас. И она и 3 года назад работала, и сейчас работает, и даст Бог, еще много-много лет будет работать. Поэтому, ребята, детально, подробно это отдельно на школах мы будем рассказывать, показывать. Просто пока поверьте на слово. И самое интересное, то, что мы сразу же даем стратегию, как выйти, используя наш инструмент, используя наш маркетинг на большие чеки. Вот как пример Женис. За 2 недели он сделал чек там чуть больше $5000. То есть мы эту стратегию сразу даем. Она называется 3-9-27. Сразу же грамотно, четко простроенная структура, да, и партнеров. И вы выходите, закрываете статусы. И весь маркетинг рассчитан на то, что деньги на глубине. И как только вы научитесь выстраивать глубину, работать на дубликацию, вы сразу же зарабатываете очень большие деньги. Так, насчет стратегии озвучил. И весь алгоритм, весь механизм полностью реализован в Телеграме, ребята. Потому что Телеграм, он number one. Даже WhatsApp он в Америке обогнал. Телеграм, у него огромный потенциал. И в Телеграме очень много денег. В Телеграме очень много активной, хорошей, качественной аудитории, платежеспособной. И мы не стали изобретать велосипед. Решили, что Телеграм, ну, круче него ничего нету. Поэтому развиваемся именно в Телеграм. То есть ваш бэк-офис, ваш кабинет, ваша структура, ваша команда, ваши кошельки, ваши деньги, ваши балансы, ваша автоворонка – все в одном месте. По принципу одного окна. Все получаете в одном месте одним нажатием клавиши. Даже для регистрации не нужно почту, не нужно VPN, не нужно вообще ничего. Человек просто запускает бота, он сразу же, человек, активировавший бота, попадает в вашу первую линию. То есть статус активный и неактивный. То есть дальше, в принципе, подробно все это на школах мы озвучим. То есть ребята, самое главное, вы концепт понимаете. И, конечно же, у нас 5 преимуществ именно по маркетингу. Потому что уникальная реферальная система, которая позволяет вам зарабатывать с каждого партнера на всю глубину. То есть, например, вот сейчас у Жениса команда, давайте вот далеко не будем ходить, а сейчас возьму кабинет Жениса, открою. То есть, да, у нас с ним доверие, он мне разрешил его кабинет показывать. И смотрите, вот его статистика. Ребята, видно ли экран? Видно ли слайд? Да, видно. Так, давайте я сейчас запущу бота. Так, вот запускается сейчас. Так, вот смотрите, друзья. Так, вот неполные 3 недели прошли. Так. Вот прошли неполные 3 недели, и мы видим следующую статистику. Без $12, $5000. Плюс он один из первых закрыл 2 статуса – gold и серебро. Получил $500 по промоушену. Плюс у него здесь $250 – это цифровые токены компании. Один токен стоит $10, 25 токенов – это $250. Вот и считайте, 5,5, почти $6000, да, суммарно чек за 2 недели, за 2,5 недели. Даст Бог, завтра уже будет 3 недели, стартанули. В первой линии всего 22 человека, в команде 518 человек. И представляете, как только он выходит на ранг платина, он с каждого партнера, вот в команде 518 человек, он будет получать с кого-то доллар, с кого-то $10, с кого-то $100. И это будет каждый день.
Ребята, вот сила нашего маркетинга, вот сила именно первого преимущества, чтобы вы понимали, да, куда мы сейчас будем двигаться, почему в этом маркетинге надо быть, почему в этом движении нужно участвовать. То есть именно заработок с каждого партнера на всю глубину. Второе, то есть мы были в Гифте, мы были в Ubuntu, и много было копий-форков. И вы знаете, что переход с одного уровня, с одной доски золота на платину, с платины там, на другие, там нужно было людей мотивировать. Здесь этого нету. Система автоматически накапливает средства для покупки следующего стола. Автоматически. То есть человек как бы попадает в туннель, в воронку, и даже зайдя там на 15 или дальше на 50, на 150, он уже с этого туннеля не может выскочить. Он всегда будет двигаться только вперед. Только вперед. Заднего хода нету. И вылететь с этой истории нельзя, потому что он попал на этот конвейер. И происходит момент, что система автоматически собирает деньги для прокупки следующего уровня и для прокупки действующего. И по факту за один раз хорошо проделанную работу вы много, постоянно, снова и снова получаете деньги. Это второе, самое главное преимущество. Никого не надо уговаривать. Зайди, пожалуйста, на золото. Там он с меди вышел. Зайди на золото, зайди на серебро, зайдите на золото. Этого нету. Система автоматически сама собирает деньги, аккумулирует, автоматически прокупает следующий уровень и автоматически собираются деньги для покупки действующего стола. Следующий момент – это то, что с первого стола, как только мы проходим первую доску, сразу же вы окупаете, вы выходите в безубыток. Свои деньги вы уже возвращаете. То есть первый круг вы прошли, 8 подарков получили. С этих 8 подарков вы активировали более дорогой стол и реинвестировали в действующий. А со второго круга вы уже получаете чистый профит. То есть в среднем это 6 иксов. 150 вложили, 800 получили в виде подарка. И четвертое – это возможность зарабатывать со всего товарооборота компании. И получаете цифровые токены компании, которые стоят больших денег. Пятое преимущество, ребята, это возможность. Вы можете получать неограниченный пассивный доход в виде 5% от всего товарооборота вашей структуры. И как это реализовано? Наш маркетинг состоит из трех частей. 70% идет на выплату подарков, 20% идет на реферальную систему и 10% идет в лидерский фонд. И все вам знакомые доски, 7 досок, $15, 50, 150, $500, 4,5, 1500, 4,5 и за $15,000 доска. И система распределение выглядит следующим, ребята, образом. Смотрите, вот он первый стол за $15, дальше за $50 доска, третья доска $150. То есть и дальше уже 500, 1500, 4500 и 15 тысяч люксовая бриллиантовая доска. Как распределяются бонусы? Маркетинг. 70% идет на подарки. То есть от $15 70% это приблизительно $13, округлили. От $50 70% это в среднем где-то $33 мы округлили. От $150 это $100. Это на подарки идет. Реферальные 20%. То есть на первом уровне, ребята, реферальных нет. Сразу говорю, ищите их. А вот как только ваш партнер заходит на $50 доску, вы начинаете получать уже от этих реферальных согласно вашего ранга. И 10% идет в итого 10, итого мы получаем 100%. Распределяется среди участников. И идем уже дальше. Друзья, как работает начисление и маркетинг? Вот вы стартанули, например, с $15. А также классическая доска 15-местная, как в Гифте, как в Ubuntu. Начиная с позиции участник. В центре находится магнит. И здесь не нужно говорить, дорогая легенда, хочу отправить деньги. Система автоматически делает. То есть вы активировали на USDT отправили деньги на указанный кошелек, автоматически начисляются магниту деньги. То есть по маркетингу 8 человек, вот эти вот 3 слева, 4 справа партнера, начисляются по $13 по нашему маркетингу. То есть $104 партнер получает. Из этих $104 автоматически $50 идет на прокупку более дорогого стола, минус $15 прокупка действующего стола у минус 65, и у вас остается $39 чистыми. С первого круга вы уже в плюсе.
за 15 зашли, 39 остается. Но на втором круге, вы когда возвращаетесь на эту доску, здесь вы уже 50 вам не надо платить, получается, на втором круге вы уже получаете 89 долларов. То есть уже чистый профит 6 очков. И как работает алгоритм? Взяли самое лучшее. Помните, в Ubuntu, в Gift было, надо было ждать, чтобы вся доска закрылась, и чтобы все закрылись. Здесь этого нету. То есть в Gift Legacy мы получали первый подарок с 24-го партнера. А в Ubuntu мы получали первый подарок с 14-го партнера. Здесь этого нету. Вы первый подарок получаете уже с 3-го партнера. Как это работает? Вот вы встали на доску. Вам все понравилось. Вы пригласили одного человека. Вы сразу же перемещаетесь на позицию менеджер. Первая позиция участник, вторая менеджер, третья директор и четвертая магнит. Помогли вашему личнику пригласить его партнера. Вы сразу же перемещаетесь в позицию менеджер. И как только вы помогаете вашей второй линии пригласить его личника, вы сразу же перемещаетесь в позицию магнит и начинаете получать подарки. Вам без разницы, что происходит здесь. Вам без разницы, что здесь происходит. Вы контролируете свой бинар. Вот он, ваш бинар. Вот одно левое плечо, вот правое плечо, да, ваш партнер. И спокойненько расставляете своих людей, собрали подарки, куда вы возвращаетесь? Мы сделали принцип закольцовки. Вы всегда будете возвращаться к своему апланеру. Предположим, ваш апланер, вот он. Куда вы встанете? Например, здесь свободное место, вот здесь. Вы сюда прилетаете и снова начинаете выстраивать бинар. На эту сторону вы никогда не попадете. И вы никогда... Вы постоянно будете привязаны к своему аплайнеру. И даже 2-3 активных партнера, ребята, по этому маркетингу могут позволить, да, спокойненько вам закрывать все доски много-много раз и много-много раз зарабатывать деньги. Вот такой крутой маркетинг. Идем дальше. То есть, ну, вот здесь вот как раз на этом скрине мы видим, что вот эти первые подарки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, как раз с них оплачивается более дорогая доска и делается реинвест. Ну и плюс вот эти вот две, как бонусом вы получаете подарки, в среднем 33% от номинала. И самые большие деньги, ребята, когда вы начинаете двигаться по карьерной лестнице. У нас компания чисто сетевая, то есть здесь полностью классическая сетевая компания и реализованы ранги, рефералка, бонусы, матчинг-бонусы, то есть и ранги серебро, золото, платина, рубин, сапфир, изумруд и бриллиант. Что это вам, ребята, дает? В первую очередь, мы не стали изобретать велосипед, взяли самый лучший маркетинг, который работает 80 лет, это классический маркетинг. Именно на этом маркетинге самые большие чеки сделали супер-долларовые миллионеры сетевого бизнеса. Это линейный маркетинг. И как это работает? Первый уровень, как только вы стали на 15 долларов и выше, у вас открывается первый уровень, и вы всегда с лично приглашенных получаете 25%. Как только вы стали платиной, второй уровень, вы с лично приглашенных уже получаете 40%. И вот здесь как раз появляется, вы именно с ранга платина выходите на пассивный доход. Как это работает? Вы на 40, у вас 40% с лично приглашенных, а ваши партнеры на золото, на серебре у них 25%. У вас появляется вот эта вот разница, и вы получаете 15% со всей структуры. И это очень большие деньги. Вот у Жениса в команде сейчас 519 человек, и даже просто посчитаем по одному доллару, это уже 519 долларов, просто так, на ровном месте. Команда, то же самое количество личников, то же самое количество в структуре, но за счет того, что у вас появляется вот эта волшебная разница, у вас, видите, дополнительно 519 долларов. А предположим, с каждого партнера за месяц прилетело по 10 долларов. Вот вам на ровном месте еще 5 тысяч долларов. Понимаете, а 100 долларов – это уже 50 тысяч. Это самый сильный маркетинг. Это король доходов. Это королевский вид дохода. Мы его королевским бонусом называем. Именно вот эту рефералку. Когда у вас появляется вот эта разница. А когда вы становитесь рубином, вы с личника получаете 55% и разницу между рангами ваших партнеров. Став сапфиром, вы получаете с лично приглашенных 70%, на изумруде уже 85%, и став бриллиантом, вы забираете 100% рефералки. Ребята, вот именно здесь самые большие деньги. И это... Получается, так, третий вид дохода, вот он, четвертый вид дохода. Именно получаете
цифровой токен акции компании, которые стоят очень много денег. Как это реализовано? Вот вы идете по карьерной лестнице, стали серебром. Вы закрыли ранг серебро, у вас рефералка также 25%, но вы зарабатываете 10 акций компании, 10 токенов. Стали золотом, вы зарабатываете еще 15. Стали платиной, еще 20. То есть уже закрыв эти три ранга, у вас уже 45 токенов. А пройдя всю карьерную лестницу, вы получаете 650 токенов компании. Что такое 650 токенов? Смотрите, это реализовано через смарт-контракт. В нашем маркетинге 70% идет на подарки, 20% идет на рефералку и 10% идет в этот фонд. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду этот фонд наполняется деньгами. 10% от всего товарооборота компании идет в этот фонд. Фонд, с которого вы будете получать доход как активные партнеры. Реинвест, новые доски активируются, все идет сюда 10%. И как это реализовано? 10 тысяч токенов. Количество токенов ограничено, их больше не будет. И вы прошли всю карьерную лестницу, 650 токенов добыли. 650 токенов от 10 тысяч токенов – это 6,5%. И как только в данном фонде будет 100 тысяч долларов, срабатывает смарт-контракт, и 10 тысяч токенов распределяются между партнерами. И ваши 6,5% от 100 тысяч – это 6,5 тысяч долларов. Вы можете свои токены сразу же продать, обналичить их. Цена токена 10 долларов, 650 умножая на 10, это 6,5 тысяч долларов. Вы обналичились, все, эти токены ваши сгорели, они обратно в систему уже не возвращаются, и все. То есть вы довольны, ну как бы поработали, получили. Но вам невыгодно их продавать сразу, потому что когда в этом фонде будет миллион долларов, те же самые 6,5% это уже 65 тысяч долларов. А когда в этом фонде будет 2 миллиона долларов, ваши 6,5% или 650 токенов, это уже 130 тысяч долларов. Ребята, вот такие вот здесь деньги. Это сделано именно для лидеров. Потому что вы, когда закрываете ранги, у вас появляется мотивация, вы по факту создаете большую финансовую подушку, создаете большие будущие дивиденды, чтобы вы, пройдя всю карьерную лестницу, собрали и в дальнейшем этот капитал можете обналичивать. Можете раньше, можете позже, ну потихоньку-потихоньку будете обналичиваться через смарт-контракт и выводить на свой кошелек, который привязан к Тронлинку. Это четвертый вид дохода. И пятый вид дохода, ребята, это то есть вы двигаетесь по карьерной лестнице, закрыли серебро, золото, платину и в какой-то момент становитесь бриллиантом. Сами стали бриллиантом, забираете 100% рефералки. И за вами идут ваши партнеры, и кто-то из изумрудов тоже стал бриллиантом. У него тоже 100%. Нет вот этой вот уже разницы, да, между вами и вашим партнером. Что тогда? В этом случае срабатывает супер бонус. Вы начинаете получать 5% от всего товарооборота его структуры. За то, что вы когда-то помогли партнеру стать бриллиантом, вы начинаете получать 5%. Еще один бриллиант появился. С его структуры 5%. Еще один бриллиант появился. Еще 5% получаете. То есть здесь сделано для того, чтобы вы помогали глубине, помогали партнерам. Как только ваши партнеры станут бриллиантами, вы с них начинаете получать 5% пассивный доход. Со всей структуры, со всего товарооборота, который есть у него, за подарки, за рефералку полностью. И это реализовано вот на этой таблице, ребята. Смотрите. То есть по факту мы говорим о том, что вот четыре, ну, вот наша таблица с доходами. Пройдя 7 столов, вот они, 7 столов, вот за 15 долларов пройдя 104, получаете доллара, 264 на 50 долларов, 150 долларов стол дает вам уже 800 долларов. Вы один раз пройдя получаете 115 808 долларов. Это один раз, но по факту, там вы видели, на скрине у Жениса, он уже первый стол прошел 4 или 5 раз, второй стол 2 или 3 раза, по факту здесь сумма будет больше. И пройдя по карьерной лестнице, смотрите, ребята, вот вы в ранге серебро, у вас 10 акций компании, в команде 3 человека всего лишь. Для того, чтобы стать серебром, нужно пригласить в первую линию 3 человек на 215 долларов. То есть, ну, мы взяли средний чек 300 долларов, по
потому что линейка продуктов есть и $500, и $1500, доски 4,5, 15 тысяч, средний чек 300, и вот ваш доход. Став золотом, 15 токенов зарабатываете, 12 человек в команде, там 9-12 человек. Средний чек, мы здесь взяли уже $400. Друзья, контролируйте микрофоны. То есть и здесь получается уже 1700. И вот здесь вот на платине доход уже от 4000. Вот пример Жениса, он еще не на платине, у него чек уже почти под $6000. На Рубине самое интересное начинается. Подарками собрано $2640, а рефералка 10700, в 4 раза больше. Став сапфиром 32 тысячи, став изумрудом 109 тысяч и пройдя всю карьерную лестницу, став бриллиантом, забираете на USDT $395000 полностью. Средний чек мы взяли $400. $400 в среднем в команде вот получается на золоте 12 человек, на платине 38-39 человек, на рубине 130 человек, сапфир 543, изумруд 2136. Это очень небольшое количество. И пройти всю карьерную лестницу вам нужно всего лишь 8430 человек с учетом дубликации и 9 человек в первой линии. Все, вы проходите карьерную лестницу, чек $400, $3 372 000, средний товарооборот мы взяли. Вот ваш доход, 395 тысяч. И как только вы сами стали бриллиантом и вырастили бриллианта, вы начинаете получать пятый вид дохода именно от вашего товарооборота. Ребята, вот сейчас я быстренько еще открою. Так, вот они. Здесь не 4 вида дохода по факту, а 5 видов дохода. Смотрите, если мы сравним с Gift Legacy, с Винетта, просьба, микрофон. Микрофон, сайстайсит лудзи, камаля. Так, да, ага. Валда, вы организатор, просто можете нажать и выключить микрофон. Винетта. Ага, благодарю. У меня в компьютере. Ага. И смотрите, ребята, если мы сравним маркетинг, ну как бы как такового маркетинга не было в Gift Legacy, там же просто один вид дохода был. То есть мы там получали просто доход с подарков. Один вид дохода всего лишь был. То есть у нас это есть, и у форков, у копий, у аналогов тоже есть. Доход с партнеров – это второй вид дохода. То есть вы пригласили, в зависимости от вашего ранга, вы получаете от 25 до 100%. У нас это есть, у наших коллег, конкурентов нету. Третий вид дохода – это оборот от цифровой токен компании. У нас тоже реализовано доход от всей структуры. У нас тоже есть. И пятый вид дохода, я понимаю, что когда у вас появляется вот эта разница, да, между вашим рангом и рангом ваших партнеров, вот это вот пятый вид дохода. И плюс у нас реализовано, плюс наше преимущество, это однозначно автоматическая активация более дорогой доски. Человеку не надо говорить, напоминать, это за вас делает система. Плюс автоматический реинвест. Что это такое? Прокупка следующего стола и реинвест. Это по факту новый товарооборот, а вы уже в маркетинге, вы уже получаете реферал, то есть это новые деньги, это ваш новый заработок. Это вы еще больше зарабатываете за счет того, что мы сделали вот автоматический реинвест и активацию досок. Плюс у нас есть самый крутой продукт на рынке. Это система, которая позволяет добывать трафик. Плюс готовая воронка и плюс самое лучшее обучение в интернете. Это вы, когда уже зайдете в наши чаты, вы поймете, насколько здесь все классно, круто, грамотно все сделано. И мы все делаем возможное, чтобы это еще было лучше, лучше и лучше. Друзья, и, конечно же, я хочу сказать слово про стратегию. Почему важно выходить на ранги? Именно весь маркетинг сделан так, что те партнеры, которые работают на глубину, зарабатывают самые большие деньги. Вот пример Жениса. И смотрите, стратегия 3-9-27. Вы сами на 215 зашли, и вам нужно в первую линию поставить самых сильных трех партнеров на 215. И также им помочь уже пригласить по 3. Вот пример девушки с третьей линии, Вера Гарджиева. Это не вторая линия даже, да, а третья линия. Она пригласила
трех человек, у нее в команде 15 человек, она заработала плюс $500, забрала промоушен и плюс $250. То есть суммарно 1100, 1300, $1400 у нее получилось с командой 15 человек за счет того, что она знала, как расставить команду. Она уже шла по проторенному пути. А вот ее наставник, Ангелина. У нее тоже хороший результат, но она в первую линию 5 человек поставила, в команде 26. И получается, тоже у нее одно серебро, второе, третье, она стала золотом, забрала $500, и здесь еще 250. Здесь у нее получилось 1600-1700 долларов. Ребята, очень все просто. Здесь мы идем по принципу тренара. То есть вы в первую линию ставите трех человек на три доски на 215 суммарно. Сразу закрываете ранг серебро. Вы уже в серебре. То есть ваша рефералка также 25% остается и получаете 10 токенов компании. А как только вы вашим троим партнерам помогаете также поставить по 3, то есть сейчас, когда будете расставлять команду, Валда сразу расставляете. Здесь самое главное, чтобы вы друг другу доверяете, чтобы партнеры не жадничали. Именно свою первую линию сильно большую не делайте. Троих поставили, а других партнеров уже можете поставить во вторую линию. И все. Вы вот так вот спокойненько расставили под вашу первую линию по 3 человека, также сильных активных ребят. На 215 они зашли, и вы закрываете ранг gold, золото. Все. И вы это за день можете сделать, даже сегодня. Сами, например, зашли, у вас здесь в первой линии 3 человека, во вторую линию поставили 9 человек, то есть 3 плюс 9, вот эта стратегия, да? У вас всего 12 человек в команде, а вы gold. Gold по промо, если раньше забирали по $100, по $500, сейчас промо сделали уже по 100, потому что первым самым тяжело было, а сейчас уже там люди просто как семечки щелкают и закрывают эти ранги. Поэтому вот мы даем сразу правильную стратегию. Трех человек на 215 сильных ребят ставите, и сразу же под них по рефералке вашей первой линии выставляете вторую линию. Все, вы стали голдом. А там дальше что нужно сделать? Для того, чтобы выйти на платину, нужно просто помочь этим партнерам также пригласить по 3 человека. У вас здесь получается 27 человек, 9 партнерам помогаете по 3, 27 вы платина. Вышли на платину, платина это 40% с лично приглашенных. И разница вот эта вот 15% появляется, потому что ваши партнеры еще на серебре, на золоте также 25%. И вот эта разница появляется 15%. То есть с ранга платина начинается пассивный доход. В принципе, я свою часть, ребята, закончил. Смог ли показать концепт, идею, деньги, стратегии? Задавайте вопросы. Благодарю. Да, благодарю, Алтай, за такую, как говорится, презентацию. Открывайте микрофончики и можете задавать вопросы Алтаю и Женису. Так, первый вопрос. Иманс. Насколько я понимаю, то стартовать не обязательно с 215, а с $15. Да, здесь вы сами решение принимаете. Просто зависит от цели вашей. Если вы хотите там на ближайшую цель очень быстро закрыть какую-то крупную финансовую цель, конечно, с 215 лучше начать, если у вас там в планах крупная финансовая цель. А если просто нажили-были, конечно, можно с $15 начать. То есть там наполнить холодильник – это одна ситуация. А если вот уже там купить автомобиль, помочь родным, близким, там, да, поехать отдыхать куда-то, то, конечно, там бизнес требует вложений. Первый, да, и вы один-единственный раз $215 вложите. Вот как Женис, $215 один раз зашел, а уже получил там в 30 раз больше, да, там $6000 почти. Поэтому здесь сами смотрите.
Но $15, на $15 пригласить и на $215 разница небольшая. Но на $15, если вы заходите, очень много надо работать. Очень много работать надо. И команда, когда видит, что вы на 15 зашли, они никогда на 215 не зайдут. Здесь срабатывает ментальная и финансовая дубликация. Мы же вот в бизнесе дубликации, и нас всегда будут повторять. И даже партнеры будут спрашивать, Иман, скажите, а вы на сколько зашли? Вы скажете, на 15. А я тоже давай на 15 зайду. Поэтому, $215 – это небольшие деньги, ребята. И поэтому это правильно будет, если вот сразу, чтобы вы по-серьезному начинали бизнес. С 215. Или же связка 15 плюс 50. Тоже хорошая связка, но туда чуть больше придется работать, там 3,9,27. Как раз вы 3,9,27 выставили, 15,65, вы уже автоматически выходите на этот третий уровень за 150. За счет накопления. Ясно, ясно. Давайте следующий вопрос. Так, здравствуйте, меня зовут Сарма. Слышно меня? Да, слышно. Да, у меня такой вопрос. Я все понимаю, это все классно, маркетинг окей, но все-таки у меня есть вопрос насчет, больше насчет инструмента. Я как понимаю, этот инструмент могут использовать любой человек в интернете, который имеет какой-то бизнес в интернете, да? Да. За $15 вы можете использовать только в рамках нашего проекта Magnet Money. А когда покупаете за $215, тогда можете уже использовать эту технологию, продвигать свои проекты, чужие проекты в интернете можете. За $15 только денежный магнит. А, понял. Так если он заходит за 215, он может и тогда настроить этот инструмент на свой проект. Правильно? Да. Особенно там есть функция бот крайнего сообщения, очень важная функция, которая в группу вашу, которую вы создали, присылает сообщение, которое увеличивает конверсию в открытии группы. Uh-huh. Вот эти все сервисы начинаются от $50 и выше. То есть за $15 простая воронка, простой инструмент. Но если uh-huh. хотите дальше развивать свой проект uh-huh. на земле или же другой uh-huh. сетевой проект или инвестиции, за $215 заходите, мы вам показываем полную систему. Uh-huh. И используя эту систему, вы можете спокойненько продвигать другие бизнесы параллельно. Понятно, это понятно. Так, второе, насчет этих телеграмм, да, как у вас это, ну, как это вам это будет происходить, это обучение насчет, как этим инструментом работать с телеграмме? В три раза в неделю проходит обучение. Три uh-huh. раза в неделю. Плюс okay. У нас есть чат, где вы будете, пока микрофончик выключите, пожалуйста, будут отдельные чаты, где вы будете обучаться. Максим Сабуров, я могу его подключать, я сам буду лично, другие участники друг другу будем помогать. То есть с этим вы разберетесь. То есть поддержка будет полная. Поддержка полная, обучение полное, даже новички зеленые смогут разобраться. Все очень подробно в виде инструкции, в виде пошагового обучения. Ребята, еще вопросы? У меня такой вопрос чисто технический. Вот, например, мы сейчас получили после регистрации бота. То есть этот инструмент идет через этот бот, где мы видим полностью всю структуру, или будет еще что-то дополнительно? Это сделано все по принципу одного окна. И воронка, и инструменты, и автоматизация находятся все внутри бота. Как пример. Так, сейчас, секундочку. Видно ли мой экран? Экран видно, да, но бота пока бот маленький. Да, теперь видно. Угу. Вот вы заходите в раздел «Инструменты» в боте и нажимаете «Автоматизация». Готовое решение. И здесь «Настроить группу».
настраиваете группу, пример группы, например, будет как вот, например, здесь. Вот она группа, я ее сделал, она сейчас у меня отлежку проходит. То есть от компании Magnet Money прилетает сообщение уже с вашей реферальной ссылкой. Здесь продающее видео, ваша ссылочка, ваша именно ссылка. И вот все, вы просто эту группу наполняете, сделаете чек-лист обязательно, презентация, маркетинг, преимущества, да, то есть всему этому мы обучаем. И все, эту группу готовите, посты, чеки, результаты партнеров, и потом дальше уже эту группу наполняете людьми. Это как делается? Это делается, здесь специальный бот есть, трафик-бот, нажимаете на него, и здесь есть исполнители, это не студенты, не аферисты, не мошенники, а очень профессиональные ребята, которые помогут вам, если у вас нет группы, а группа должна быть обязательно с отлежкой. За 150 рублей вы покупаете группу с отлежкой. Да. Дальше вы, надо будет эту группу на круточку сделать, там, 1000 человек. 1000 человек вам добавят за 150 рублей. Это не живые люди. Потому что, чтобы сделать инвайт, Telegram разрешает только 10% от количества группы инвайте. То есть, если у вас 1000 человек в группе есть, вы по 10%, это 100 человек, за 10 дней в свою группу сделаете инвайт в 1000 человек. То есть 1000 неживых и 1000 живых, 2000 будут смотреться визуально, но 1000 активных живых подписчиков. В среднем фрилансеры берут 2 рубля. То есть на 1000 человек 2000. Вот и считайте, на 2 это 2000 рублей еще. Все. И в принципе конверсия какая? С этих 1000 человек, которых вы живых добавили, которые сами ручками выбрали, мы это покажем, как делается. В среднем 0,3-0,5% конверсии. То есть 3-5 человек придут к вам в бизнес. В ваш бизнес они придут в денежный магнит. И вам инвайт больше не надо делать. Вам нужно с ними работать, с этой командой, помочь им точно такую же воронку сделать, точно так же настроить инвайт и на глубину дублицировать. Принцип очень простой. Вот вы взяли 3 человек, поставили, и теперь помогаете, чтобы здесь было 9 уже. И там дальше этим помогаете, здесь уже 27. То есть в чистом виде идет дубликация. Вот и все. Обучение мы даем полное. Показываем, рассказываем. Школы. Ваша задача быть включенным, ваша задача быть учеником, ваша задача быть терпеливым и ваша задача просто, чтобы вы приходили на технические школы. И все. Как прилежно, как ученики все это делаете, и у вас все это начинает работать. Через неделю, через две, через месяц. Но у всех это будет работать. Благодарю, Сарма. Следующий вопрос. Микрофон. Еще, да, насчет этого, еще вопрос насчет группы, да. Мы пробовали недавно, Валда уже сказала, мы две недели действительно очень серьезно искали инструментов, да. И попали мы тоже на боты, но была такая проблема с группами. Мы их открыли, мы заплатили, все окей, начали работать. Мне уже даже, мне были две группы, да, там. И на одной было 500, на второй 600. И многих моих партнеров эти группы попали в спам и закрылись. Ну вот как у вас это, этой проблемой? Сарма, это допущены были ошибки при инвайтинге. Это долгая история, там 50 плюс одна ошибка. И это тема для отдельного разговора. Плохие аккаунты использовались, раз. Группа со слабой отлежкой. Там много-много-много всего. Просто если сейчас мы забуримся, мы еще 2 часа будем в этом эфире сидеть. Это давайте отдельно уже. То есть поверьте, что эта история у вас будет. Что вы без трафика не будете сидеть. Мы это все настроим. И самое главное здесь увидите возможность. Самое главное увидите здесь деньги. А через обучение, через технологии мы вам дадим трафик. У вас партнеры будут. Ну окей. В общем, все понятно. Просто сразу. Когда проходит, в какое время вот эти технические занятия? Они проходят каждый день. Каждый день у нас идут занятия. Валда, просьба сейчас добавить ребят
в чаты, вот супер, бриллиант, наш чат, ссылочку я вам скину, сделаю вас админом группы. Вот сегодня прошла школа, 17 от Максима Сабурова, да, как искать целевую аудиторию. Шикарная школа прошла. Вот чек-лист в чате висит. Здесь полностью показаны технические школы по настройке воронки, как рассчитать маркетинг, там, как стратегию включить. Полностью вы без информации не останетесь. Вот, вот сегодня проводил школу Бахарев, очень сильный сетевик, с большим опытом, классную школу провел. Вот Андрей Прохоров, админ проекта, отличную школу вчера проводил. Каждый день идут презентации, каждый день идет обучение. То есть здесь очень плотно, очень мощно, очень все по-серьезному поставлено, именно как должно быть. Так, следующий вопрос. Спасибо. Есть у кого еще какие-то вопросы или уже будем, как говорится, закругляться? Сейчас можем, Валда, сделать прям, если есть партнеры, кто у вас уже готов стартовать, у нас сейчас как раз внутрянка есть, мы могли бы показать в режиме онлайн, как регистрироваться. Прям сразу первые 3 человека, вы им даете ссылку, мы им перечисляем внутрянку, они активируются и сразу же можем уже выстраивать, и сегодня вечером мы уже будем. То есть, если у вас есть USDT, Есть у нас одна проблема у Винеты, она не по той ссылке зашла, как она может выйти и переходить на новую, как говорится, на другую ссылку? Очень просто. Так, давайте я сейчас возьму, так, секундочку, здесь не проблема, так, вот вы просто, сейчас, секундочку. Так, давайте я сейчас зайду, так, обратно. Так, зайду в инструменты, реферальная ссылка. Так, копировать реферальную ссылку. Захожу, например, к себе. Так, и вот здесь вот. Так, сейчас, секундочку. Секундочку, сейчас я поставлю избранное. Так, сейчас включаю демонстрацию, выключу локацию. Так, ребята, вот смотрите, в папку «Избранные». Вот сейчас я активирую бота. Запустить. И вот сразу же, например, да, вы видите, вот бот Дженниса, вы видите, что активировался, по вашей ссылке прошел Алтай. То есть, и вы это видите у себя в команде. Моя команда, вот активные партнеры, а вот неактивные партнеры. И неактивные партнеры, вот здесь видите, да, вот Алтай. То есть, бот сразу делает захват контакта, это все ваши первые линии. Ваша задача, чтобы человек нажал на вот эту кнопку. Как только он нажимает на вашу реферальную ссылку, запускает бота, партнер находится в вашей первой линии. И что сделать, чтобы отвязаться? То есть, вы просто делаете команду слэш, наклонная черточка, и нажимаете exit. То есть вот так вот, exit, и запускаем, да. И вот таким вот образом, видите, необходимо подписаться. Так, давайте подпишемся на каналы. Так, запустить, ожидайте уведомления. Так, так, так. И вот, например, смотрите, куратор, да, не тот человек, по которому вы хотели подписаться. Просто наклонная кнопка exit, нажимаете и enter. Отправляете команду этому боту. Успешно. Теперь можно пройти по новой ссылке. Берете ссылку вашего будущего оффлайнера и спокойненько переходите. Все. Через команду exit вы спокойненько, ребята, так, вы спокойно делаете этот, как его, так. Все понятно, у нас была одна ошибка, не было вот этого наклонного знака, да, который впереди exit, поэтому да, вчера слэш у нас обязательно, не получилось. Слэш обязательно нужен, то есть все очень просто, да. Угу. Благодарю. Хорошо, спасибо. Винета, Валда, ты поняла, Валда, да, в чем ошибка?
Да, Валда, я к тому, что у нас сейчас, например, да, чтобы вы не искали USDT, чтобы вы там на комиссиях не теряли, у нас сейчас на кошельке, так, слышно теперь, да, вот, у нас сейчас на кошельке есть определенная сумма, и мы можем сейчас вашим партнерам уже отправлять. Вот, почти $1000 есть, просто нажимаем «Перевести партнеру», вы даете свой ID, например, да, и мы ему отправляем, и сразу же активируем. Прям. Если кто-то сейчас готов, давайте просто USDT отправите на наш указанный кошелек, а мы вам внутрянку. Прямо сейчас можно, прям, кто готов там, на 15, там, на 15-50, давайте. В принципе, часик времени у нас есть, спокойненько можем поработать. Кто расставить. Готов регистрироваться из присутствующих? Да, прям с $15 можно. Да, с 50, потом Иманс. Дальше. Так что у меня уже трое есть, то есть кто первый, под кого Иманс? У нас есть три кандидата, то есть Сарма, Занда и где у нас пропала Сандра. Сандры нету, она ушла, вышла. Ванда, вы можете сейчас взять свою реферальную ссылочку и им отправить, чтобы они перешли по вашей реферальной ссылке, и дальше просто ID их кабинетов дадите. Там мы им отправим, активируем. Кто готов регистрироваться, скажем, Иманс готов регистрироваться? Ну, давайте, Сарма, дай свою реферальную ссылку. Ты готова? Я теперь с телефона. Дай минутку, где мне теперь надо его поставить, дай Бог. Тебе нужно сейчас в чате сделать свою реферальную ссылку здесь, наверное. Так, минутку, мне надо сначала найти. Валда, подождите, да. Валда, вы сейчас с Арми даете свою реферальную ссылку. Давайте я сейчас останавливаю экран. Вы покажите свой экран, я сейчас вам подскажу. Включайте демонстрацию, я вам буду подсказывать. Заходите в своего бота. Но я уже как будто зарегистрирована. А вы откройте, мы сейчас откроем бота. Да, заходите в бота. Так, Сарма, ты можешь тогда, может быть, свой экран открывать? Так, подожди, как я могу его открыть? Скажите мне, пожалуйста. Сейчас ты можешь открывать. Валда, вы уже с Арми отправили свою ссылку? Сарма уже у меня зарегистрирована, у меня три партнера за 15 уже вошли. Поэтому, если вот так строить дальше организацию, сейчас Иманс готов регистрироваться, пожалуйста, Сарма. А, все тогда, хорошо, заходите. Да, тогда мне надо дать как будто свою ссылку, да? Тебе нужно дать свою ссылку сейчас. Скинь, пожалуйста, здесь в чате свою регистрационную ссылочку. Так, здесь минуту. Прямо в чате. Я Валда Сардентовиме, Гай. Тикай, я не самоксаюсь. Ты не си... А, ты я весь норегистрейсис. Окей. Вот это вайрак, я. Es vēl arī pēc tavas saites iegāju, bet es vienkārši uz startu uzspiedu un vairāk neko citu nedarīju. А, не получится, они уже зашли, как бы, они уже зашли, зарегистрировались, тогда или нужно сделать exit, вот как он сейчас показывал. Иманс, ты понял, ты делаешь он exit, тогда получится. Валтан, man arī jāiet ārā? Kā tu gribi, tu vari palikt zem manis, tu vari iet zem, piemēram, zem Zandas. Ja tu gribi. Nē, nu, es uz šo brīdi. Kam varēs reģistrēties vēl? Jā. Varēs, jā, tūliņā. Iman, tev sanāca iziet ārā? Lūdzu, es skatīšos. Es eju pēc saites tā, labi, jau spēc startu. Viss tiltis uzspiedīšu uz exit. Vai slīpu strīpu. Tak, ok. Tak, teper. Gdzie u nas čat?
Тебе нужно взять ссылку и поставить сейчас в чат, чтобы Иман ее увидел. Tu savējā vari redzēt, vai es esmu zem tevis apakšā ielīdz vai neesmu. Где я могу увидеть, об Иманс у меня еще остался или нет? Сейчас я открою этот... Так, момент. Вот. Партнеры. И где я вижу полные, вот неактивированные партнеры? Вот сейчас я открываю. Я, Саша. Так, значит, вижу. Иманс еще у меня. Я, ну помедин, вай тас издосиес. Попробуй. Ну, чтобы понятно было, как дальше действовать. Да. Tā vēlreiz, lai es pareizi saprastu kārtējo reizi šķērsu vītra un exif, ja? Jā, arī ar to exiņu, ja? Man izdevās. Jā, nē, nu to sapratu. Man izdevās tev. Man parādījās, kad es esmu izgājis un varu reģistrēties par jaunu siltu. Aha, okay. Kā tu skaties, vai okay. Nu reģistrējies zem mans vai zem Zandas tagad? Zanda, tu iemeti savu siltu čatā? Zanda, ieliec lūdzu čatā savu reģistrācijas linku. Zanda? Jā, es dzirdu. Kurā čatā man jāieliek? Pa telegramā. Fui, telegramā, Zoomā. Zoomā. Jā, tūlīt. Tā. Kur man bija stop? Nospiest. Vai ierakstu vajag vēl, Valda? Valda. Jā, es uzlikšu stop.